в субботу. Иван Остромысленский, Джордж Кистяковский, Саймон Кузнец. Ученые, прославившие Америку. Почему высшая техническая школа в Карлсруэ поставила его имя рядом с Карлом Фридрихом Бенцем, пионером автомобилестроения, и Эдвардом Теллером, главным создателем американской водородной бомбы? Как Джордж Кистяковский стал специальным советником президента Дуайта Эйзенхауэра по науке и технике? За что Саймон Кузнец получил Нобелевскую премию? И почему он запрещал дома детям разговаривать по-русски? Американский ликбез. В субботу в 11 утра на RTVI.